На одном дыхании новосибирские экстремалы отправились в необычный заплыв подо льдом Обского моря. Подробнее расскажет Анатолий Харитонов. Мы готовим майну для проныров. Нам нужно пробурить несколько дырок и выдолбить там остаток льда, чтобы погружаться в нее можно было. На лодочной базе «Маяк», что в районе новосибирского шлюза, глубина больше 3,5 метров. Для подледных заплывов в самый раз. До дна далеко, песчаная взвесь не помешает ныряльщикам сориентироваться к старту. Готовятся 6 человек. Я до Нового года погружался каждый день по 5 минут. Это у меня своя метода, как тело будет реагировать. В прошлом году я 3 раза плавал, но по 15 минут, по 400 метров у меня были тренировки. Подо льдом темно, все очень плохо видно, поэтому организаторы заплывов пропилили для участников вот эту 15-метровую дорожку, для того, чтобы свет проник на глубину. Организаторы экстремальных погружений называют такую траншею подводной люстрой. Нырять будут по очереди. Каждый, в зависимости от своих возможностей, выбирает дистанцию 10 или 25 метров. Подо льдом на всякий случай дежурят аквалангисты. Первой к проруби подходит 78-летняя Любовь Зазуленко. Это ее идея провести мартовские заплывы в Новосибирске. В Рождество в этом году на Байкале были проныры. Официальное мероприятие было. Вот, и там я пронырнула 10 метров. Сейчас тоже хочу пронырнуть 10 метров. И здесь лед, по-моему, еще толще, чем там, да. И это очень страшно. Я боюсь. Нырять Любовь Борисовна не спешит. Пропускает вперед тех, кто моложе. Дмитрий Малков успешно преодолевает 15-метровую дистанцию. Павел Касьяненко удивляет зрителей. Отправляется на глубину в одежде. Зима же. Да, оно теплее. Вот сейчас я стою, мне не холодно. Происшествие не случилось. Все участники успешно проплыли свои дистанции на одном дыхании. Им есть к чему стремиться. Мировой рекорд принадлежит французу Артуру Герин-Бейри, который преодолел подо льдом 150 метров. Анатолий Харитонов, Евгений Агеев, новости ОТС.